Снеговик, давай скорее, мы опаздываем! Привет, ребята! Куда мы опаздываем? Я ведь только проснулся! Ты что такой медлительный? Нас зима ждет! У нас мало времени! Мало времени, мало времени! Кто придумал вообще это время? Кто вообще придумал часы? Все смотрят на них, смотрят. Чего туда смотреть? Там циферки и эти стрелочки непонятные. Все. Ты что, не знаешь, как работают часы? А зачем мне это знать? Солнце встало, значит утро. Солнце опустилось, значит вечер. А солнца нету, значит ночь. Ох, Ведеркин. Часы это очень важно. Сейчас я тебе и ребятам расскажу, что такое время. Его сравнивают с водой, с песком. Его нельзя ощутить, попробовать, прикоснуться, поймать. Но оно всегда движется, и все мы зависим от него. Это время. На протяжении многих веков человечество, да и все живое на Земле, подчиняется временным циклам. Еще в глубокой древности люди пытались понять это явление более точно, заглянуть в его тайные уголки, разгадать загадку движения времени. Для чего ученые умы придумывали специальные приборы для измерения этой величины, позже получившие название часы. В доме каждого из нас есть часы, и даже не одни. Бывают домашние часы, часы бывают наручные. Их надевают на руку с помощью браслета или ремешка. Часы, которые обычно ставят на письменный стол, называются настольными. Часы, висящие на стене, настенными. Самые знаменитые часы России – кремлевские куранты, установленные на Спасской башне Московского Кремля. Часы, которыми пользуется современный человек, бывают механическими. Тогда их нужно заводить через определенные промежутки времени. Механические часы изобрел в 17 веке ученый Христиан Гюйгенс. С тех пор они верно служат нам. Во втором десятилетии 20 века появились электронные и кварцевые часы. Они работают на батарейках или от сети с электрическим током. А самые точные часы – атомные. Сейчас тебе понятно, как работают часы? Понятно. Теперь я все буду делать вовремя. А давай-ка мы сейчас проверим, как ты ориентируешься во времени. Я буду показывать тебе циферблат, а твоя задача – сказать время, которое он показывает. А ребята тебе в этом помогут. Ребята, а сколько времени сейчас на циферблате? Правильно, 12. А сейчас сколько? Правильно, 15:45 или без 15:04. А сколько сейчас времени? Правильно, 16:15 или 15 минут пятого. Так, а сейчас? Правильно, 18:30, 6:30. А сейчас сколько времени? Правильно, 19:20 или 20 минут восьмого. Ребята, а сейчас что показывают часы? Правильно, 10:00. Время ложиться спать. Ух ты, а здорово у нас получилось! Молодцы, ребята! И ты, Ведеркин, молодец! Ой, спасибо! О, а хочешь, я скажу, сколько сейчас времени? Ну, скажи. 12:05. Ой-ой-ой, мы опаздываем на целых 5 минут. Ведеркин, заяц. Побежали скорей. А вы, ребята, распоряжайтесь своим временем правильно. До свидания.